Всем привет, с вами Котяра Плей, и сегодня я вам покажу, как правильно сделать ракету в Майнкрафте 16.3 без модов. Для начала нам нужно взять предметы, которые у меня имеются в инвентаре. Это стекло, липкий поршень, слайм-блок, наблюдатель и кнопка. Ставим стеклышко вот в таком вот порядке. После слайм-блок ставим на эти стеклышки и делаем из слайм-блока в крестик. Дальше ломаем посередине слайм-блок и ставим вместо него наблюдатель, который будет смотреть точкой вверх. После ставим липкий поршень, два слайм-блока. Теперь нам снова нужны будут наблюдатели. Их мы ставим так, чтобы красная точка смотрела вниз. Вот так вот. После нужно взять липкий поршень и его поставить так же, чтобы он вместе с наблюдателем смотрели вниз. Вот как конструкция у нас получается. Но это еще не все. Ставим слайм-блоки вот так вот. И у нас получается. Вроде бы уже почти все, да? И как думаете, ракета полетит? Сейчас мы это проверим. И... та-дам! Ракета летит в космос. Смотрите, я даже встать могу. И она летит. Делайте у себя в мире эту конструкцию. Она ведь очень легкая. Я вам показал, как ее сделать. Можно даже попрыгать немножечко. Юху! Юху! А с вами был Котяра Плей. Это было мое самое первое видео. Всем пока-пока! Хорошего настроения! Увидимся в следующем видео.